Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Кампания по вакцинации в этом году идет очень хорошими темпами. Это отмечают медики Клинского района. Прививки от гриппа уже сделали почти 6,5 тысяч клинчан. Пример показали педагоги и медики, а также водители общественного транспорта и коммунальные работники. Клинчане перевиваются в поликлиниках и по месту работы. А в этом году возможности еще больше. В городе с сегодняшнего дня работает так называемая выездная бригада. Завтра специальный автобус с противогриппозной вакциной будет ждать взрослых на Советской площади. А сегодня всем желающим ставили прививки прямо в торговом центре «Дарья». Тему продолжим в репортаже. Пошел за покупками, а получил защиту от гриппа. Быстро, бесплатно и без очереди. Евгений Кудрявцев такую возможность решил не упускать. Услышал по телевизору рекламу, как бы хотел прививку сделать, вот. Ну и смотрю, сегодня в торговом центре «Дарья» будет вот принимать врачи. А то к терапевту надо записываться, времени не так много у нас, к сожалению, свободного, вот и пришел. Супруги Абраевы на прививку пришли вместе. Признаются, на себе поверили в силу вакцинации еще много лет назад. И с тех пор своим привычкам не изменяют. Сделал укол и весь простудный сезон в строю. Это же профилактика для своего здоровья. Завтрашний день, чтобы нам год прожить поспокойнее, по возможности. Может быть, это не догма, но, во всяком случае, наверное, гарантии побольше будет, чем шанс, чем заболеть. Привиться от гриппа в торговом центре «Дарья» сегодня могли все желающие. Если есть желание и возможности, и нет противопоказаний, пожалуйста, на укол. Стерильные перчатки, одноразовые шприцы, тонкие иглы и чудодейственная вакцина. В общем, все необходимое под опытной рукой доктора. Эта форма практикуется. В данном случае необычно кажется то, что это торговый центр. Но нам предоставили помещение хорошее. И все у нас, конечно, и одноразовые шприцы, и перчатки, и средства. Все, конечно, у нас с собой было, все соблюдается. Вакцина свежая, мы ее недавно получили. Сроки годности тоже все соблюдаются. У нее достаточный срок годности. Поэтому все здесь хорошо, здесь волноваться совершенно не надо. Медики отмечают, клинчане стали все чаще заботиться о своем здоровье. Год от года так называемая иммунная прослойка. Количество привитых растет. Вместе с ней и возможности поставить укол здоровья. Я знаю, что сегодня вот было привито более 20 человек. Посмотрим завтра, что будет в автобусе. Потому что не все люди могут дойти до поликлиники. Кому-то удобнее так. Мы идем просто навстречу людям, всем желающим привиться, любыми формами. Поэтому мы ищем новые формы работы. Подобные выездные акции клинские медики попробовали впервые. Если найдется отклик у горожан, медики обещают выезжать чаще. Елена Плеснина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.